Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня на сцене Московского театра «Новая опера» имени Евгения Владимировича Колобова в исполнении юношеского симфонического оркестра России, солистов и хора Московского театра «Новая опера» прозвучит редко исполняемое сочинение. Предпоследняя опера великого реформатора оперной сцены Кристофа Вилибальда Глюка, опера, которая называется «Ифигения в Тавриде». Премьера прошла в Париже в 1779 году. К сожалению, это великое сочинение, очень интересное сочинение, связанное с искусством Древней Греции, как и вся оперная реформа Глюка. К сожалению, это сочинение очень редко звучит и в Европе, и особенно у нас, в России. Сегодняшнее исполнение – это совместный проект. На сцене вы видите юношеский симфонический оркестр России. За 20-летнюю историю коллектив стал стартовой площадкой в профессиональную музыкальную жизнь для многих и многих молодых музыкантов. Партнером оркестра сегодня выступает коллектив театра солисты Московского театра «Новая опера» имени Евгения Владимировича Колобова и хор нашего театра, хормейстер Юлия Синюкова. И позвольте сказать несколько слов о партнерах сегодняшнего проекта. Это открытое акционерное общество «Монолитное строительное управление номер один» и президент Илья Владимирович Зюбин, и финансово-строительная корпорация «Лидер» и ее руководитель Владимир Александрович Ворон. И позвольте сделать небольшое объявление, к сожалению, так случается, что певцы заболевают и вынуждены в самый последний момент выйти из проекта. Мы надеемся, что сегодня вы получите огромное удовольствие от певцов, хора, симфонического оркестра. Я хочу сказать, что главную партию в сегодняшнем концертном исполнении вместо певицы Марианны Призон, к сожалению, внезапно заболевшей, исполнит Оксана Аркаева. Итак, Кристоф Вилибальд Глюк. Концертное исполнение оперы «Ифигения в Тавриде». Дирижер Василий Валиев.
Thank you.
Yeah.
réservé de la veille d'estat, déplorable victime, partout tirant et partout les pourvés, où serait accompli, je tenais pour le crime. Que dis-tu? Quelle sera? Pas assez que ma main meurtrière y plonger le poignard le cœur d'une mère les lieux me réservaient pour un forfait nouveau je n'avais qu'un ami je devais à son bourreau. J'ai trahi la nature, des plis noirs attentats, j'ai comblé la mesure, j'ai frappé, frappé le coupable, et justifiez-vous, j'ai frappé, frappé le coupable, et justifiez-vous, et justifiez-vous. J'ai trahi la nature, les plis noirs attentats, j'ai comblé la mesure, les plis noirs attentats, j'ai comblé, la mesure. Et qui me poursuivait, et auteur de mes crimes, de mon frère, je ne vais pas entrer les amis. C'est pour moi, si l'on t'encore trop doux, c'est si plus pour moi, si l'on t'encore trop doux, si l'on t'encore trop doux. Quel langage accablant pour un ami qui t'aime, reviens à toi, mourant digne de nous. Cesse dans ta fureur extrême d'outrager les dieux et pilote de toi-même. Si le trépas nous est inévitable, quelle vaine terreur te fait pâlir pour moi? Je ne suis pas si misérable. Puisqu'enfin je meurs près de toi. Oh.
Thank you.
le spettre. Servir a colei
l'amore illa lo to cercie il letter da mi sele e sel di merie. Thank you.
si thank you.